Всех приветствую, всем приятного просмотра и давайте продолжать наше с вами путешествие выживания. Так, в прошлой серии мы остановились ровно на этом моменте, я дошел до домика. Давайте мы с вами все пособираем, все что здесь есть. Я потом половину выброшу, мне главное, чтобы я здесь ничего не упустил. Так, фонарь, но мне фонарь явно, я думаю, не нужен будет. Так, разломать. Сейчас я полностью все пособираю, чтобы не упустить это все. Набор для чистки огнестрельного оружия. Ага. А у меня в домике остался... Это как его ружье осталось. Вот здесь, если я не ошибаюсь. Где она? Где эта ферма? Да, вот здесь у меня где запасы, у меня написано... У меня осталось ружье и плюс еще 4 патрона. С помощью этого ружья я, помню, туда медведя завалил. Так, что это у нас? Ага, швейный набор. Вот это вот отлично. Записка. Так, памятка. Советом. А как ее прочитать, эту памятку? Или мы ее уже прочитали? Так, это мы забираем, забираем. Я сейчас сюда хочу положить шкуру медведя. Так, тут больше ничего нету. Вроде бы ничего нету, да? Так, это полка. Требуется топорик. Еще один швейный набор. Так, что это такое? Изучить. Сколько надо? 5 часов. Да, давайте изучать. Я могу себе это позволить. И знаете, что хотел бы узнать, пока не забыл? По поводу огня. Есть ли у нас с вами возможность добывать его бесконечно? Или пока у меня есть, так скажем, спички, мы с вами и живем. Потому что я знаю, что рано или поздно спички-то оно закончатся. Да, у нас есть увеличительное стекло, и вроде бы где-то должно быть огниво. Но и оно ж рано или поздно разломается, так что я так понимаю, что наше путешествие будет, пока у нас есть с вами огонь. Так, что это, ткань? Так, это бросить кожу медведя, во-первых. Давай на просушку его вот сюда оставим. Здесь мы рядом кишки разложим. Потом нужно будет поймать нам пару зайчиков с вами, для того, чтобы я хочу все-таки отремонтировать свою шапку. Как ни крути, хочу свою шапку отремонтировать. Так, 1.3, 0.9. А мне нужны зайцы. Плюс нужно будет волка завалить. Будет волка завалить. Так, действие. Ремонт. 100%, 100%. Да. Стой. Назад. Нам нужно с вами попить. Сейчас мы разведем огонь. Это с этим совсем разберусь, а потом мы разведем с вами огонь. Так, бросить все. Так, пусть у нас тут кишки будут лежать. Ага, вот и волк. Нужно будет волка поймать. Тоже здесь положить сушиться. Что еще у нас лишнее? Ага, вот. Бросить березки, бросить все. Палочки мне нужны будут для этого... Для стрел. Давай, наверное, мы пока мы здесь делаем вот так. Так, бросить все. Бросить. Это что у нас? Ткань и высушенная кожа. Так, ботинки, действия, ремонт. Да, ремонтировать в любом случае мы это с вами будем. Нам нужно по-любому это сделать. Так, назад. 89, хорошо. Действие. Угу. Шкурка зайки. У меня есть шкурка зайки, но опять же, эта шкурка зайки у меня находится конкретно вот этом месте. Оттуда, откуда мы пришли. Вот тут. А возвращаться ради него, я думаю, ну такое себе. Давайте, наверное, тут мясо выкинем. Вот сюда. Сырое. Так, бросить. Кролика тоже бросим. Угу. Баночки.
Баночки, баночки. Так, трос мы забираем. Трос мы тоже здесь оставим с вами. Ну, чтобы я понимал, что у меня с вами есть. Где ты? Где ты? Где ты? Где ты? Вот, бросить. Хорошо. По поводу еды, наверное, готовой мы с вами бросим ее сюда. А то есть консерву. И такие вот штуки. Надеюсь, их волки не съедят. Так, сейчас поедим. Выпьем. Отлично. Давай это тоже пока мы сбросим все. Чтобы у нас с вами вес был свободный. Ношу еще лишнего. Маска, действие. Давай соберем. Давай соберем. И что-то я еще находил. Напомните мне. Так, 1,9, 0,2, 0,6. Действие. Собрать. Сейчас тут пособираем это все с вами. Просто чтобы я реально это не забыл. Потому что я могу, я себя знаю. Я хочу здесь еще провести некоторое время. На этой локации. Так, так, так. Веревка. Давай посмотрим. Тут вроде бы где-то должны быть зайки, если я не ошибаюсь. Да, слышите, на зайку напал волк. И мне в любом случае волк тоже нужен будет для ремонта. Так, где волк? Так, стоять. Попал? Или не попал? Так, волк. Я попал в тебя? Просто сломал стрелу. Так, взять. Давай, иди сюда. Иди, иди сюда, давай, зайчик. Ёб твою. Ага. Ага. Так, что у нас? Сытость, риск. Опять что-то порвал мне, да, падла? 25%. Да, шапочку мне порвал. Козюля. Ладно, сейчас мы сюда к тебе еще вернемся. Погоди. Сейчас я возьму в руки факел. Да, давайте возьмем в руки факел. Так, зажечь. И пошли к нему сходим. Иди-ка ты сюда. Не-не-не, а куда ты пошел? Все? Сейчас будешь пиздюлю, ну, получать за то, что мне шапку порвал. Да-да-да, иди сюда. Иди сюда, говорю. Стой. Ну, все-все-все, остановись. Только не ври, что ты прямо аж туда побежал. Во, а напади на зайку, пожалуйста. Не, не хочешь? Давай, 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 давай. О, о, храбрым стал, да? Ну, давай, иди сюда. Во-во-во, храбрец, давай, иди сюда. Ясненько. Мы сейчас за ней будем бегать, да? Наверное. Очень долго и нудно. Так, ладно, пошли. Я, в принципе, никуда не спешу, волк. Если честно, я никуда не спешу. Тем более, я хочу всю эту локацию исследовать. А мне нужно, по-моему, либо 3, либо 4 шкурки зайца. Так. Ну куда ты? Ладно.
Дети, закройте ушки. Дядя сейчас ругаться будет. Ну стой. Ну придурок. Давай, 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 иди сюда. Ой, ёб твою. Легкий ушиб. Одежда разорвана. Что порвал? Угу. Легкий ушиб. Ладно. Так, ага. Риск растяжения. Я долго за ним бегать буду, скажите мне, пожалуйста. Стой, волчара. Ну, пожалуйста, ну остановись. Ну остановись. Ну остановись. Ну стой, придурок. Стой, придурок. Ладно. Ладно. По-моему, он наверх куда-то отправился, да? Вот он ты я. Во-во-во, иди сюда, давай. Иди-ка ты сюда. Еб твою. Наконец-то. Наконец-то, ребят. Мы такие это сделали, волк. Давай вот так собирать, собирать. 72, 37. Да, давай, наверное, ножовкой вот этой плохой пособираем. Ладно, чтоб сейчас справа нас волки не напали еще. Я просто не уверен, сколько нам нужно будет с вами конкретно шкур волкам, чтобы отремонтировать всем. Потому что отправляться на следующую локацию хотелось бы уже в целости и сохранности, так сказать. Так, давай, отлично. И... Не, давай. Давай по килограмму, да? Давай по килограмму соберем, пока место не замерз. Нужно будет еще зайца разобрать. Поставить сразу сушиться. Так, собрать. Сразу сушиться нужно будет волка. И сразу сушиться зайцем. Зря, наверное, я потратил... Потратил, наверное, я зря этот, как его, стрелы, но... Пусть будет. Факел разрушен. Заберем, потратим его на растопку. Так, и там еще кто-то лежит, либо мне кажется. Давайте сбегаем. Ага, у нас есть фальшфер, если что. Сможем так же самое отгонять. Блин, ну если это еще один волк будет, я буду реально благодарен. Да, волк. Шикарно. Шикарно. Ага, а можно тебя... Не, погоди. Во. Шкура, кишки и... Давай по килограмму. Давай собирать по килограмму. Блин, а мне воды не хватит. Мне, походу, воды не хватит, да. Я не хочу бонус терять из-за воды. Во, вот так вот чаек. Потом нужно будет еще наделать. Так, иди сюда. Еще по килограммчикам. Да, как раз тут пару дней проведем. Попробуем с утра еще поохотиться. Вроде бы для ремонта шубы нам должно хватить две шкуры волка. И плюс нужно будет зайку еще высушить. Но зайка там три дня сушится, насколько я знаю. Не знаю, будем ли мы тут три дня с вами сидеть, или просто снимем шапку, чтобы ее не повредить. И оставим ее здесь. Так, я ничего не вижу. Давай, зажигайся. Все, идем домой греться.
воду себе делать. Опять же, топор я оставил, лунку я здесь делать не смогу. К сожалению. Но она, в принципе, пока мне не нужна, эта лунка. С едой и водой у нас проблем нету. Ну, это и хорошо. Надо было, наверное, не оставлять. Я оставил силки на зайчиков на другой локации. Надо было на их с собой забрать. Но просто когда я их там оставлял, рядом волки бегали. А у меня был вот такой максимальный перегруз. И мне реально не хотелось, чтобы меня потом съели. Так, ты кто? Кедровая ведь. Давай тебя соберем. Давай тебя соберем. 32, вот. Шикарно. И вроде бы где-то еще было, да. Вот было. Вот тоже ведь кедровая. Ну просто, чтобы наделать уже воды. Нажарить, я думаю, все мясо. Может, половину даже мы и оставим с вами. Где домик? Погоди. А, вот домик. Может, половинку даже и оставим здесь. Сейчас посмотрим. Грибочков нету? Не, увы, нету. Так, что нужно? Нужно, во-первых, вот сюда все сырое мясо скинуть. Дай мне так бросить мы тебя собрать. Надеюсь, на водички хватит. Ну вроде да. Ага, еда. Так, отлично. Что мне нужно? Мне нужно съесть. Нет, отмена. Блины. Съедим вот это и запьем с вами колой. Ну, дай, пожалуйста. Где наша кола? Нету? Вроде же была. Сейчас, давай тогда сделаем вот так. Посмотрим. Вроде бы же реально у меня здесь был еще напиток. Так, отлично. Ага, вот чай есть. Все, мы это забираем тоже. Чтобы оно здесь не лежало. Подходим сюда. Бросить. Вот здесь у нас. Собрать. Килограмм. Одна штука. Все. Как раз полностью используем всю пилку. Да, ее можно, конечно, починить. Так. Угу. Риск переохлаждения. Собрать. Блин, риск переохлаждения, да? Ну ладно. Не замерзнем. Я уверен, не замерзнем. Так, бросить. Давай тебя собирать. Полкилограмма. Собрать. Как раз разведем огонь. Все, отлично. И что нам нужно? Нам нужно это бросить. Все, пошли. Вот сюда. Пошли разводить огонь. Сейчас разведем огонь. И как раз будет светло, и мы сможем понять, куда тут ушел ложить. Так, дай мне сюда. Давай, наверное, книгу. Вроде бы я изучал, да? Вроде бы я изучил эту книгу по рыболовству. Да. Теперь можно ее полить. Блин, можешь реально оставить здесь шапку? Как думаете? Так, древесина добавить сейчас. Кедровые дрова. 6 часов. Отлично.
Так, ветки, ветки. Давай вот сюда кишки мы тоже скинем с вами. Делаем бросить, бросить все. Сюда отойдем. Нужно будет волк бросить, бросить. Бросить, бросить, зайко. Так, волчья шкура. Сюда раз. Сюда два. Ну и кролики, в принципе, нормально. Пусть тут лежат. Как-то, как-то, ну, вот так вот, отлично. Давай, наверное, воду поставим. Закипятим 2 литра. Как раз попьем. Все, мы вроде да, согреваемся. Отлично. Давай смотреть, здесь мясо. Что по поводу еды, что мы сразу можем с вами употребить, что пропадает. 62, 92, 61. Давай тогда блины поедим. Напиток оставим. Не знаю, возможно, даже вот это вот мясо. Может, здесь на морозе его оставить, не брать с собой. Но я не утащу все. Я реально все не утащу. Давай тогда сделаем вот так. Берем, что еще у нас лишнего здесь. Так, ломик мне надо. Набор бросить разрушено. Нужно его куда-то вот сюда в угол. Чтобы я понимал, что это мусор. Есть. Дальше давай смотреть. Пилка действия. Собираем металлолом. Шикарно. Действие. Ремонт. Как раз починим эту штуку. Так, назад. Выпить это. Вон, шикарное. Поднять. Может быть, даже сейчас. Давайте что-то и приготовим. Раз, два. Ну, чтобы мы зря с вами костер не тратили. Правильно. Давай выбрать. Выбрать. Все, пусть готовится. Мы сюда с вами еще скинем что-то лишнее, что у нас есть. Так, нож, нож, нож. Ага, точильный камень, у нас 2 штуки. Давайте, наверное, мы один нож бросить, бросить. Действие заточить полностью. Сейчас заточим, используем этот точильный камень. Так же самое его выкинем. По идее, будет меньше места занимать нам. Так, назад, 99. Не-не-не, не то, не то, не то я хотел. Как убрать? Аж убрать, все. Что по поводу мяса? 7 минут, 44 минуты. Так, ждать до готовности. Есть. Что по поводу времени? 4 часа, 37 минут. Хорошо. Нож, нож, нож. Давай нож. Раз. Где-то еще один, да, я сбрасывал? Либо не... Ладно. Вот так вот. Вот еще нож. Вот так вот. Так, подождать. Едим. О, по килограмму лучше заходит. Что еще мы сможем с вами скинуть, отправляя в дорогу? Так, что это? Сломанная стрела. Действие. Собираем. Правильно же делаю, что их собираем? Мне же в любом случае наконечники понадобятся. Либо не. Или он наконечники не собирает? Или что? Или где? Или кто? Так. Действие. Собрать. Собрать, собрать. По поводу одежды. 78, 25. Действие. Ремонт. Высушенная кожа кролика. 5% всего. Блин, я могу себе позволить, честно, я могу себе позволить здесь остаться еще. Давай, знаешь, как мы еще поступим? Сделаем вот так вот. Где-то им.
Вода. Бросить. Бросить все. На всякий пожарный. Мало ли у нас с вами потом не получится это сделать. Ну то сейчас наделаем воды побольше сразу же. Ждать. Ждать до полной готовности. Забрать. Ну то есть когда мы будем возвращаться, мало ли у нас что-то произойдет. Мы там, не знаю, спички потеряем, либо еще что-то. А так я буду знать, что у меня здесь будет ждать вода. Пусть даже и будет она грязная, по-моему, но со временем, да, превращается в грязную воду. Но все равно пусть будет. Ну, чтобы мы хотя бы смогли выпить с вами. Так, 2 часа. Давай еще. Что мы можем готовить? Чай шиповника. Разогреть. Овсянка. Бульон. Не, давай воду закипятим еще. Все, готовить. Так. Что лишнее? Что у нас лишнее? Наверное, вот эти, да, вот баночки. Там бои, которые я нашел. Так, ждать. Подождать. Выпить это и забираем. Сейчас добавим, наберем себе факелов. Дай мне палочку. Палочка. Хотя, давай сделаем вот так еще на всякий пожарный. Бросить, бросить. Где наши дрова? У нас где-то там дрова были. Если не ошибаюсь, добавить. Вот, кедровые дрова. Добавить топливо. А почему я их не вижу здесь? То не так. Так, металл. Ну, я думаю, металл мы сможем с вами в аптечку положить. Он мне не нужен пока, мясь. Мне не нужен. Можно сделать 3 стрелы. Мастерить, да? Так, требования. Примитивная стрела. Заклинание не хрупкая, но зато ее просто затоить. Активно только против мелкой добычи. Почему я не могу? Ага, палочки 5 штучек на одну стрелу, да? Хорошо, а где у нас дрова находится? Где у нас находятся дрова? Кто мне скажет? Они же где-то тут есть. Так, повязка. Ага, вот они. Бросить, бросить все. Палки, палки, рожжих. Давай, наверное... Что это такое? Труд. Давай тоже оставим. Бросить тоже оставим. Будет нычка у нас такая. Так, для рожжего тоже, я думаю, мне, в принципе, оно пока мне не надо. Пусть тут будет. Палки нужны, спички тоже мне нужны. Все эти спички мне нужны. Я по поводу спичек буду оставлять. Вот. Горится как хотите. Давай соберем палочки. Похотимся еще на зайчиков. Наделаем себе хотя бы штучек 10. Так, разломать. Штучек есть, и хотя бы наделаем. Да-да-да, я знаю, может, возможно, спичек у меня так. Запах глаза, ну, я буду их с собой носить. Так, что это? Слышишь? А, это... Ёб твою. Все, don't disturb the библиотеке. Да-да-да. Дай-ка мне факел, пожалуйста. Иди-ка ты сюда. Иди сюда. Давай поговорим с тобой. Да-да-да, братиш, давай. Ля ты. Ладно. У меня 3 штуки осталось. Нужно беречь их. Нужно реально их беречь. Так, что тут по поводу палок еще есть? Нужно
Будет еще пару палок найти. О, давай. Где ты? Солнышко ты моё ясное. Вот чё вы ко мне пристали? Скажите, пожалуйста, чё вы ко мне пристали? Что вы от меня хотите? Все, отстаньте. Реально отстаньте от меня. Так, давай эту штуку поднять. И тут изготовить 9 штучек, да? Да, начать делать. Все, шикарно. Спать. Не, спать мы пока с вами не будем. Взять факел. Пошлите еще посмотрим, что у нас там есть с вами. Может, там где-то зайка появился? Просто реально хочется и варежки себе починить, и шапку себе починить. Так, это волк, да? По-моему, это тот волк, которого мы с вами разбирали. Если я не отдохну, потеряю сознание. Ничего страшного, до домика тут, в принципе, недалеко бежать. Если что, волки тебя донесут. О! Этот надо бы туда сходить посмотреть, я там еще не был. Там находится. Так, перо заберу. Стой. Заморожено, да? А что заморожено? Ага, я не могу, да? А у меня же вроде ж... А, у меня топорчика нету. Да, здесь, по-моему, только с помощью топора можно это делать. Ну что, ты на меня? Да? Ну давай, иди сюда. Или нет такого желания? Надо будет еще этой штуки пособирать для еды. Мало ли, может, наступят такие времена, что мы вообще ничего найти с вами не сможем. Нужно пособирать, пока есть такая возможность. Пока здесь горит факел. Потому что фальшфир я реально тратить не хочу. Мало ли ночью он нам пригодится. И давай сделаем с тобой вот так вот. Еб твою. Ага. А у нас факела больше нету, да? Да, больше факела нету. Ля, ты подгадал как, да? Ля, ты как ты подгадал? Так, слышь, а давай-ка мы, наверное, вот это вот мы снимем. Штуку на всякий пожарный, шапку. Если он на нас нападет, я думал, он не разорвет это все. Блин, у меня запах еще один остался. Я не могу понять, от чего. Что мы с вами оставили сырого, что у меня запах. Так, дай сюда. Перо. Давай до домика. Он же тут напасть не сможет или сможет? Что здесь есть? О, фальшфир. Отлично. Разбить лед. А давай посмотрим. Давай посмотрим. Я ни разу здесь еще не ловил рыбу. У нас вроде даже есть приманка какая-то. Так. Для рыбалки нужна удочка. Прочитать текст. Карна. О! Удочка. Газета. Как там, замотанный в газету. Заменяет. Хорошо. Камушек, отлично.
Рыбалка. Нет ни одной приманки. Вот. Начать рыбачить. Сейчас посмотрим. Ля какая. Да ты шо. Моя ж ты зайка. Блин, прикольно. А давайте, знаете, как мы сделаем? Ой, божечки, волк. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот... не туда хотел зайти. Сделаем вот так. Как бы пометить нам рыбалку с вами. Охотничьи угодья, материалы. Давай, наверное... либо запас. Давай запас, да? Сделаем. Делаем запас вот так вот. Мы как раз поймем, что у нас здесь будет. Дерни отсюда. И ты дерни отсюда. Ага. Давайте, наверное, мы здесь оставим с вами... где это что? Бойся называть меня по имени. Так. Оставим эту штуку. Где она? Что я хочу... крючок сюда положи, да? Это во-первых. Вот такие вот штуки. Я просто не знаю по поводу наживки, что мне нужно будет. О, тихо. Ха! До побачення. Так. Собираем. Да, по-любому соберем, только чуть попозже. Я хочу посмотреть еще. Неужели я потратил эту штуку? А нет, вот она. Вот сюда. Потом мы будем здесь с вами ловить рыбу. Это шикарно. Все, хорошо. А давай иди сюда. Да-да-да, давай, мой хороший. Во-во-во. Беги. И вроде бы, если я не ошибаюсь, чтобы нам убежать от медведя, нам нужно бросить ему рыбу, да? Это так работает? Вроде бы приманка рыба. Ну, давай, давай я потрачу как раз на тебя последнюю стрелу. О, мне нужно, чтобы ты в упор подошел. Ага. Давай, иди сюда. Стой, иди сюда. Есть. Все. Все, ребят. Отлично. Смотри, у нас теперь есть два волка. Много мяса. Много кишок. Блин, ножовку тратить. Либо ножик. Давай, наверное, потратим нож. Сейчас объясню, почему. Потому что у меня есть еще два штуки в доме. Которые мы сможем с вами, если что, заточить. Правильно? Так, по килограммам. Блин, а зачем мне столько мяса? Кто мне скажет? Так, здесь я оставил для рыбалки. Зачем мне столько мяса? Наверное, ж мне столько не надо, правильно? Вот шкура и кишки нужны, но в любом случае. А мяса у нас и так очень много. Смысла мне собирать столько мяса. Так, отлично, отлично. Идемте тогда домой, разложим сейчас шкуры, поспим. И в принципе, я думаю, можно будет с вами собираться в путь, да? Так, смотри, вот сюда идет что-то, и вот туда идет какая-то дорога. Давайте, наверное, вот в следующей серии прямо вот отсюда мы и пойдем. Так, о, мы даже пробежаться можем, шикарно. Но я думаю, в следующей серии можно прямо туда и пойти.
шикарно. Вот, знаете, в чем мне конкретно не нравится в этой игре? То, что, ну вот, я... Ой, ёб твою, не то. Рыбу тоже бросить. То, что, к примеру, я вот себе наделал, наловил куча всего. Это как его, только наловил, только надел, и в принципе я здесь ничего не могу жить и сохраняться. Я же опять же из-за спичек, потому что здесь спичек, к сожалению, не так уж и много. Волчья шкура, во. А тут кишки, я думаю, можно будет бросить с вами, да? Да, давай бросать. Бросаем, давай, наверное... Спим с вами часик, сохраняемся. И я думаю, в следующей серии можно уже будет продолжать дальше наше с вами путешествие. Разберемся с этим всем добром, что с ним делать, что оставлять, что не оставлять, что готовить, что не готовить. И пойдем дальше. Хочу отправиться конкретно вот в эту сторону. Кто в курсе, кто досмотрит до этого момента, если не тяжело? Вот в этой стороне я выйду на Пепельный каньон, либо не выйду. То есть, ну, то есть на Волчью гору, а потом на Пепельный каньон. Я сюда и пройду направо, либо мне нужно налево вверх сюда идти. Если сюда можно выйти, будет на Волчью гору и на Пепельный каньон, это будет отлично. Я хочу забрать там рюкзак. Так что напиши, пожалуйста. Я пару дней пока не снимать не буду, немножко отдохну от этой игры. Есть другие игры. И как раз буду знать, стоит ли мне двигаться в эту сторону. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и...